Память жертв геноцида армянского народа почтили сегодня во Владикавказе. Литургия прошла в армянской церкви. Настоятель храма прочитал поминальную молитву и рассказал о тех трагических событиях. А после собравшиеся возложили цветы к каменной стеле. Также в этот день провели автопробег, посвященный печальной дате. А прямо в эти минуты в воскресной армянской школе проходит показ документального фильма о геноциде. Напомним, целая нация подверглась уничтожению в Османской империи в 1915 году. За 8 лет истребили около 1,5 миллиона человек. Это массовое уничтожение считается первым геноцидом современности. Были уничтожены жители 66 городов и более 2500 сел. Важно вспомнить, потому что человечество должен осуждать вот такие явления, как геноцид, чтобы такое больше не повторялось.